Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале Мои 6 соток. И сегодня я хочу вам показать те цветы, которые еще не завяли, не осыпались лилии. Их бывает множество окрасок. И у меня уже многие отцвели лилии, лилейники, шли дожди, губили розы. Вот вы сами видите, что розочки мои в бутонах, но цветы я все оборвала, потому что они вот такие вот после дождя, они красивые. Это я специально вам оставила вот эти розы показать, потому что у меня эта роза выращенная зимой, ветка сломалась, просто воткнула ее и все, в землю воткнула, ничем не накрывала, и она у меня вот выросла. Такая розочка. Сначала появились листики, а потом цветы. В каждом видео, в принципе, я останавливаю свое внимание на ней. Вот роза, которую я не все оборвала. Вот очень красивая лилия, шикарная. Посмотрите, какая она. Вся такая пушистая. Тоже уже отцветает. Розочки тоже отцветают, уже аж серединка видна. Тоже очень красивая роза, но сейчас выглядит не очень. Желтая лилия. Она как раз таки зацветает. Есть еще вот такая желтая лилия. Видите, здесь более тонкие листики. Лепестки. Вот такая лилия красивая. Что-то отцвело, что-то зацветает. Вот еще лилия. Традисканция. Отцвела, но вся в бутонах. Она заново зацветет. Расцветают хризантемы. Вот у меня еще есть одна лилия, очень красивая. Вот такая вот. Посмотрите, какая красота. Клематис. Они у меня молодые. Вот палисадник, который я продлила. Здесь я посадила плетистые розы. А также бархатцы, хосты, сухоцветы. А также у меня вот такая клумбочка есть, на которой вот такие вот красивые цветы. Долго стоят в вазе, кстати, их можно сушить. Ромашки, которые тоже очень долго стоят в вазе. Как вы видите, у меня везде все в цветах. Зонт, который мне сделал муж, сварил из профиля, покрасил, купил вот такую вот травку. Я посадила в нем цветы. И вот что получилось. Старые корзины от бывших хозяев я использовала тоже для цветов. Шли дожди, убили много цветов в горшках. Ну ничего, цветов у меня много везде, и беседка у меня тоже вся в цветах. Сундук, который сварил муж, тоже посажены цветы. Вот еще клематис, вот такой вот он. Ну вот такой кратенький обзор по моим цветочкам. А вот здесь у меня, в принципе, самосейки. Вот они, петунии. Ни одной петунии сама я не сажала. Они сами расселись с прошлого года. Левкой. Это все само. Шольцу вообще года 3 назад посадила первый раз. Она открывается как такая очень красивая, маковая. Виола. Все рассеивается само. На этом палисаднике у меня тюльпаны растут, первоцветы и вот хризантемы и самосейка. Вот такие яркие краски. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.